А вы не ходили на 1 апреля? Да, конечно, нет. А мы из Днепропетровска сюда специально приехали на 1 апреля. А вы место не пошли на 1 апреля. Как так? Объясните нам, пожалуйста. Ты что, из Днепропетровска? Я, да. Сегодня вечером... А можно с тобой нормально поговорить? Так, а мы как? По Днепропетровску. Ну, давайте. Ты знаешь, кто такой Игорь Коломойский? Нет, а кто? А знаешь, кто такой Александр Мартынов? А вы знаете, кто такой Акиф Исмаилов? Кто? Акиф Исмаилов. Это самый известный депутат. А Андрей Щепкин? Это мэр города Днепропетровска. Мэр города? Кто? Мэр Щепкин. Андрей Щепкин, это мэр города. А мне плохо просто, потому что, бля, я еле дошел до дома. Это твой дом? Это твой дом, лавочка. Мы на ней сидим, извини, пожалуйста, мы даже ее в кредит не брали, не заплатили. Вот вы солнышко. Да все, сейчас пойдем домой. А вы далеко от этого живете? Бунь, на Бунин, да я здесь рядом. На Бунин, охуенно, блядь. У нас должна была быть квартира, но мы сейчас к вам приезжаем домой. Хорошо. Хорошо? А, можно я выпить чуть-чуть? Нет, нельзя. Я даже сама не выпила, понимаете? К нам уже вы третий сегодня подходите. А единственный охеревший город. Я в который раз... А мы видели, у вас голые купаются в море. Голые видели, в море купаются. В смысле голые? Прямо он разделся и пошел купаться. Я вообще купаться не могу. А вы купались вообще? Вы знаете, что у вас море есть? Так я вообще не купаюсь. А чего? Нет! Не-не-не, молодой человек, давайте до свидания. Давай, до свидания. Не купаюсь вообще. Не купаетесь вообще? Да я сейчас Наташке позвоню. Вам надо, знаете, куда? Я сейчас скажу. Мама, дорогая, мы убиваем наших детей. Я сейчас Наташе позвоню. Не надо, у вас еще нет денег. Не надо, не тратьте деньги. На Наташку. У меня пускай нет. Наташка сама перезвонит. Я сейчас пойду домой. Подожди. Пускай Наташка сама перезвонит. Я сейчас пойду домой, возьму деньги. Не надо брать деньги. У меня будут деньги. Пускай Наташка лучше угостит. У меня рядом здесь. А вы сэкономьте свои деньги и пускай Наташку разведите Наташку на секс и на деньги. Я вам подскажу. Да если надо презервативы, надо у меня презервативы, я вам вышлю по почте, по новой. В смысле импотент? Да придет этот импотент. Что ты имеешь? Девушка, что ты смотришь? Я смотрю видео. А? Я видео смотрю. Да нафиг эту фигню вообще, блядь. Говорит, ты импотент. Да вообще как-то не тема, мы с тобой об одном. Он сказал, что ему секса не нужен. Ну, чек. Мы сейчас не говорим о деньгах. Мы вообще о другом говорим. Не СМИ, что ты лезешь? Я не попадаю. Ты вообще нормально делаешь? Нет. Я иду домой вообще, на самом деле. Ну, смотрите, вот так вот прямо нужно идти, потом налево. Не надо мне рассказывать, куда и что. Я знаю, куда я, потому что мне рядом здесь. Это почти центр. Только почти. Я пошел, я два раза ходил. Туда-сюда? Домой. На сегодня? Да, два раза. Что-то забыли, ключи, деньги. Наташку. Во. Наташка к маме живет? Во, мои ключи, во. Не надо показывать, не дай бог потеряете, вы что, вы же потом не дойдете до хаты. Что я буду, пиздеть или что? Во, здесь а рядом. А вы с родителями живете или сами? Сам живу. Сами? Да. А вот, да ладно. Нет, нет, я не могу, я такая голодная. У нас сегодня мы нашли 20 гривен на улице. Так у нас денег вообще нет. У нас только один билет на Днепропетровск, 200 чем-то гривен. Мы вот думаем сдать, остаться, а потом думаем, где мы останемся, на море или где? А что она ко мне придралась вообще? Ой, она просто давно хочет секса, поэтому у нее все парни были импотентами. Да. Поэтому у нее эта белка, она думает, что все сейчас импотент. Тихо. Надо ее пожалеть и, блядь, сказать, что не все так потеряно, понимаешь? Ну, мы реально так пьем. Мы говорим о женских делах, понимаете, мужчины? Нет, не пожалуйста, надо меня обнимать. Я замужем. Так я вообще не... Не-не, малыш, давайте, не будьте, мы здесь сами сидим. Хорошо, договорились? Нет, а вам надо на Бунина.